Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами Motorola Moto G200. И в этом видеоролике мы вам покажем, как при помощи данного телефона просканировать QR-код. Для этого нам нужно зайти в нашу камеру, включить заднюю камеру, не переднюю, и слева снизу найти вот такой вот значок, который нас перекинет в Google линзы. Если у вас его нет, нажимаем на шестеренку, выбираем настройки ИИ и ставим галочку возле Google объектив. Теперь мы заходим сюда. Что здесь мы делаем? Я не попал в Google объектив, что? Ладно, нажимаем еще раз на Google объектив. И при помощи пункта поиск мы наводимся на наш QR-код. Секунда, вот я нашел QR-код. Открываем его и просто наводимся на него. Мне уже сейчас выскочит надпись, что QR-код ведет на сайт HardRessetInfo. Я могу нажать или, например, сфоткать и отложить, чтобы вам было лучше видно. После этого мы просто нажимаем сюда, и нас перекидывает туда, куда вел, соответственно, наш QR-код. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И всего доброго. До свидания.